Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. В Росії існує ГОСТ, який встановлює, хто, де і як должен хранить тіла во время войны и при ЧС. Этот официальный документ предлагает также и методы расчета возможного числа убитых в случаях бомбежки города, жители которого не находятся в специально оборудованных укрытиях. Журналист издания «Новая газета» Павел Каныгин применил эти расчеты к Мариуполю и попытался понять, на какие жертвы жители мирного города еще до захода туда российской армии были готовы в Кремле. Павел Каныгин с нами на связи. Павел, здравствуйте. 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 Тема сложная, тема тяжелая, но тем не менее и в таких темах тоже нужно разбираться, и об этом тоже нужно говорить. Для начала расскажите, пожалуйста, о том, что это за ГОСТ и что он из себя представляет. Российский стандарт, который применяется на территории нескольких стран СНГ, в общем, это обычный такой стандарт, и они существуют во многих странах. Но мы с удивлением обнаружили, что, оказывается, есть стандарты по срочным захоронениям, и их приняли буквально за несколько недель до начала вторжения в Украину. То есть они начали действовать с февраля. Их приняли в конце 2021 года, а вступили в силу они в феврале. И, в общем, это само по себе уже такое совпадение. Там, помимо прочего, делаются расчеты о том, то есть приводится такая нехитрая математика, основанная на опыте боевых действий, которые были когда-либо в мире, вот, и о том, сколько людей может погибнуть в случае, если осаждается, если происходит осада городов, крупных городов, ну, разных городов, где существуют некие укрытия, где нет укрытий, или где просто, что называется, как жилой фонд, да, как во многих наших постсоветских городах. Вот. И, значит, на основе этого делаются как бы прогнозы для властей о том, сколько людей придется хранить, придется, так скажем, придется иметь дело с таким количеством людей, в случае, если будет осада, такая долговременная осада, или использоваться артиллерия крупнокалиберная, или, значит, авиация, или все вместе. И вот на основе всего этого там приводится такая арифметика. И мы, изучив все эти материалы, кстати, которые были впервые подняты самими жителями Мариуполя, которые выжили в этой осаде, это с их подачи мы обнаружили эти государственные стандарты российские, мы делаем вывод, что власти России не могли не знать о том, какие будут жертвы в случае осады и блокады, и, соответственно, бомбардировок Мариуполя, которые будут происходить в протяжении там нескольких лет. Вот. Из чего, в общем-то, сами жители Мариуполя делают вывод, что, скажем так, действия российской армии можно назвать планомерным и таким целенаправленным истреблением мирного населения. И с этим очень сложно не согласиться, потому что когда вы ведете боевые действия в таком большом городе, который насчитывает несколько сотен тысяч человек, то вот по этим ГОСТам потери мирного населения могут достигать до 30%. Почему так много? Потому что город, ну, сами понимаете, это интенсивные бои, где моментально происходят проблемы с инфраструктурой, доступ к медицине резко затрудняется, значит, пропадает электроэнергия, начинаются перебои с медикаментами, и даже те раненые, которые в обычных условиях, скажем, которых можно спасти, можно оказать им какую-то помощь, они очень быстро переходят в разряд, значит, невосполнимых потерь, безвозвратных потерь, потому что любые сложные раны, а даже и несложные, в ситуации отсутствия электричества и медицинской помощи переходят, в общем, люди погибают от них. То есть это такие нехитрые выводы. Ну, подождите, население Мариуполя было до, ну, по статистике, вот в интернете на 2017 год, это 446 тысяч, да, практически 450 тысяч. Если говорить о 30% допустимых жертв, то это больше 100 тысяч людей.
То есть вы хотите сказать, что в Кремле прекрасно понимали, что если они начнут операцию по взятию Мариуполя, то они готовы на 100 тысяч жертв среди мирного населения? Получается, что так. Мы не знаем, сколько человек в реальности погибло в Мариуполе в результате этой осады многонедельной. Но то, что мы можем знать совершенно точно, это то, что российские власти не могли не знать о том, что погибнет больше 100 тысяч человек. Потому что мы до сих пор не понимаем, никто не знает, сколько людей было эвакуировано, сколько людей вообще на момент начала этой осады находилось в Мариуполе, потому что по одним оценкам население резко возросло, население города, потому что в Мариуполь стали прибывать жители близлежащих каких-то населенных пунктов, которые спасались, думали, что могут спастись в большом городе от наступления, значит, российской армии. Поэтому мы не знаем, сколько людей было в городе, сколько людей было эвакуировано. Но то, что государство, российское государство знало, что потери будут огромны, это факт, который подтверждается самим наличием этих ГОСТов. То, что их ввели в феврале, то, что они начали действовать, лично мне кажется, очень странным совпадением, а скорее всего даже это не совпадение. Государство подготовилось к тому, как в военное, по сути, время, по закону, что называется, да, значит, утилизировать тела погибших людей, в том числе мирных жителей, в том числе на оккупированной, захваченной территории, которую они объявят российской. То, что мы видим на протяжении всех этих месяцев, говорит нам о том, что российские власти, в частности Владимир Путин, никаких сентиментов не испытывают в отношении потерь мирного населения. Мирное население – это как бы сопутствующий ущерб, что называется, на пути достижения неких больших геополитических целей. Поэтому этот эпизод, как нам кажется, мог бы стать еще одним, так скажем, кейсом для будущего международного суда. Мы пообщались с Сергеем Васильевым, это юрист и директор Центра уголовного права в Амстердамском университете, который специализируется как раз на международном праве, на международных уголовных процессах и преступлениях против человечности, бывший соотечественник, он как раз сказал, что такого рода ГОСТы, такого рода документы могут являться косвенным подтверждением наличия умысла со стороны государства, которое, по сути, занимается истреблением мирного населения. Потому что сами эти документы показывают, что действия государства носили сознательный характер. Потому что, ну, скажем, когда есть целый стандарт по тому, как нужно обходиться с погибшими в результате осады мирными людьми, это значит, что вся машина обладала знанием того, сколько примерно людей может пострадать в результате боевых действий в городе. Вообще боевые действия в городе – это само по себе страшное событие. Это жестокость в отношении людей, которые там живут, со стороны тех, кто проводит боевые действия. Поэтому само по себе здесь, в общем-то, сами по себе факты налицо. Павел, так а вы изучили, что это за стандарты? Чем они отличаются? Не знаю, стандарты того, как хоронить человека, который умер в мирное время? С тем, каким образом это делать, какая должна быть примерно срочность этого, то есть какие временные рамки, плюс организация этих процессов. Потому что Какие временные рамки? Это такие ужасные вещи. Но вот сколько они позволяют по ГОСТу, чтобы вот был мертвый человек на улице лежал? Или как? Сколько времени это даже, не дают? Это даже не столько важно, сколько в первую очередь имеет значение именно то, как должны власти к этому, там, муниципальные или государственные, подготовиться, потому что речь в первую очередь там идет о количестве людей, да, о том, что вдруг в какой-то очень сжатый промежуток времени значит, государство, ну, там, скажем, власти, да, власти или те структуры, которые оказываются на земле, они начинают иметь дело с очень большим наплывом именно, я прошу прощения за такие формулировки, тел, потому что людей становится пострадавших становится очень много, они начинают поступать, места для них не хватает, и поэтому как раз вот и разработаны, да, как мы полагаем, опять же, мы не знаем,
какова как бы была логика именно принятия этих стандартов, хотя можем догадываться, но суть их сводится к тому, что государственные институты должны очень быстро разобраться с тем количеством тел, которые начинают поступать в результате боевых действий в городе. По времени я затруднюсь сказать, потому что мы в первую очередь уделяли внимание расчетам, которые там приведены, вот именно вот этой вот арифметике, сколько может погибнуть, когда, значит, от чего и каким образом, значит, ранение мирных жителей впоследствии очень быстро становится безвозвратными потерями. Опять же, вследствие отсутствия доступа к медицине, к медикаментам и к инфраструктуре. Слушайте, Павел, ГОСТ – это же, ну, такой документ, скажем, который нечто регламентирует. И там есть ГОСТ на продукты питания, например, да? Вот это очень странно сравнивать, но тем не менее. Но если предприятие, которое выпускает продукт питания, не соблюдает ГОСТ, к нему могут быть применены некие санкции, да? В этом случае по ГОСТу 30% населения мирного города, по мнению российской власти, может умереть. А что будет, если, ну, вот это количество, не знаю, будет больше, чем 30%? Что, к российской армии санкции будут применены российской властью? Оштрафованы там, я не знаю, или уволены? Ну, как это? То есть вопрос, зачем вообще это делать, да? Ну, что ж, если вы уж решили убивать, ну, чего уже считать? Ну, вы убиваете. К чему эти подсчеты? Все должно быть стандартизировано, любые действия государственных структур должны, как я понимаю, иметь некий шаблон. Стандарты, вот вы говорите, например, для продуктов питания, действительно, для продуктов питания, но есть, например, стандарты и по тому, какая должна быть могила, например, да, должна она быть там 2 метра глубиной там, или 1,5 метра глубиной. То есть на весь, скажем так, перечень государственных услуг или услуг государственных компаний могут быть введены ГОСТы, то есть на большую их часть, в том числе и на ритуальные услуги. И здесь, скорее всего, это делается для того, чтобы, ну, как, так скажем, привести в какое-то единоначалие, то есть к какому-то, не единоначалию, а к какому-то единообразию эти действия. Если будут какие-то нарушения, то по логике, наверное, можно обратиться в суд, но мы же понимаем, насколько сейчас смешно все звучит. Тут даже дело не в том, превысит или не превысит количество там, какое-то прогнозируемое. Опять же, эти расчеты о том, сколько людей может погибнуть в городе, они скорее носят такой информационный характер, который будут давать понимание там, местным властям, в частности, о том, с каким наплывом тел они будут иметь дело. Да, здесь, понятно, я понятно. Думаю, конечно, никаких санкций не предполагается. Да, спасибо большое, Павел, за сложный очень разговор, но за проделанную вами работу. Павел Каныгин, журналист издания «Новая газета», рассказал нам о том, как российская власть удосужилась и создала государственный стандарт, по которому убивают украинцев.